Давным-давно, много веков тому назад, через широкую пустыню Тхар пришел караван. Это была небольшая группа певцов из Синда. После долгого путешествия они осели в одной из деревень западной части Раджастана. Нек Мухаммед вырос на фольклоре, легендах и балладах Раджастана. Вот одна из них – повесть о Мамали. Мамаль была красивой принцессой из Джайсальмира, и многие просители ее руки и сердца пришли свататься к ней. Но девичье сердце Мамали тосковало по-другому. И вот однажды лихой принц из Амаркота, Махендра, пришел к Мамали. Случилась любовь с первого взгляда. Как знак верности и как залог его честного слова, Махендра перед отъездом подарил Мамали золотое кольцо. Неожиданно в один день посещения Махендры прекратились. Несчастная Мамаль отправилась разыскивать своего принца Махендру. В конце концов она прибыла в Амаркот, но только для того, чтобы умереть от изможения и разбитого сердца. Рассвет над Барнавой. Это то самое место, приграничный район Бармера, где вместе с другими семьями Ланги живет Нек Мухаммед. Бурнава – очаровательная деревня. Здесь из каждого дома слышен звук музыки. Мелодия и ритм – чудесные нити ткани их жизни. Естественно, они заняты повседневным трудом. Все домашние работы должны быть исполнены вовремя. Но что замечательно, все это делается под музыку. Ведь для людей Ланга музыка является как самой жизнью, так и любимым призванием. Музыка настолько внутренне присуща их жизнедеятельности, что можно было бы без преувеличения утверждать, что дети Ланга начинают петь, прежде чем научиться говорить. Она есть частью их всех детских игр. Слова могут быть непонятны, но мелодия знакома и любима. Глубоко сидящая в их психологии, она является как бы памятью давно прошедшего и неузнаваемого времени. Да, там отсутствует официальное обучение для мальчиков, но когда такой ребенок, как Абдул, подает исключительно большие надежды, он становится учеником у старшего Ланга. I'm
Нек Магомед взывает к благословениям от Али, тогда, когда он берет юного Абдулла под свое надежное крыло. Там предусмотрена красивая и запоминающая церемония посвящения, в результате чего мальчик получает учителя, направляющего его. Вот, к примеру, одна из таких церемоний. Это радостный момент в жизни мальчика, и вся деревня участвует в ней. Там не предусмотрены официальные школьные уроки для Абдулла. Тем не менее, он должен будет научиться соблюдать и хорошо усваивать технику исполнения и те тонкие нюансы, которые со временем будут делать из него искусного мастера-исполнителя. И первый шаг к этому и есть саранги. Пустыня является открытой и классной комнатой Абдулла. А палящая жара и леденящий холод, сильные ветры, которые формируют и складывают людей и дюн. Сильный пейзаж отражается через жалобное излияние саранги, и напряженный человеческий дух находит свое выражение в звучном голосе Нека. Абдул слушает жадным вниманием. Богатая сокровищница музыки Ланга доступна для наследования, но она такое также наследие, которое он должен усердно изучить. И вот в один прекрасный день Абдул будет приглашен петь вместе со старшим Ланга. Для него это приглашение есть миг истины, и будущее Абдулла, как певца, исполнителя, висит на волоске. Абдул выдерживает испытания блестяще. И вот другой ланга-музыкант рожден. Народные рассказы и легенды являются тканью, самой глубинной сутью жизни и музыки ланга. Нек воскрешает в своей памяти одну такую красивую историю о том, как первый ланга стал тем, кем он есть. Несколько столетий тому назад раджпутский мальчик увидел проходящую процессию музыкантов. Захваченный музыкой, он просил разрешения присоединиться к ним. Ему сказали, что только мусульманские мальчики могли бы стать учениками. Очарованный музыкой мальчик принял ислам. Говорится, что все ланги являются отпрысками этого влюбленного в музыку мальчика. Нек Магомед и его община в Бурнаве принадлежат к саранги-лангам. Традиционно они являются исполнителями на саранге, и этот древний инструмент оказал глубокое влияние на их музыку в стиле и композиции, и в песнях. Ланга зарабатывают на жизнь пением в доме их покровителей. Даже сегодня их можно увидеть сидящими на своих верблюдах во время посещения торжеств своих покровителей. Их
Ихними покровителями являются синтезипаги. Для них всякое празднество неполноценно без участия лангов. Ихняя музыка является составной частью каждого торжественного случая рождений, свадеб, религиозных обрядов и всех фестивалей. После первоначального приветствия Нек по памяти повторяет генеалогию своего покровителя. Он возвращается назад на сотни лет. Генеалогия была заучена Неком, как и его отцом и дедом до него. Синдии Сипая знатоки музыки, и они полностью оценивают ее. Сегодня Нек вознагражден за свой труд как деньгами, так и со всевозможными вещами. Сегодня Нек покидает дом на подаренном красивом коне. Безусловно, он очень счастливый человек, и, естественно, это дает повод к торжеству. И что за торжество без музыки и песни? Сегодня Нек поет о застенчивой невесте, ожидающей своего жениха. Он приходит одетый во все тонкости, и последнее прикосновение к его ансамблю есть разноцветный платочек или румал. Новый день начинается с молитв Аллаху. Ланги являются последователями ислама, и Нек регулярно молится 5 раз в день. Но подобно их музыке, которая совершенно лишена условных и классических ограничений, так и их религия свободна. Нек глубоко подвержен влиянию суфизма, который является мистической стороной ислама. Ланги платят дань глубокого уважения суфийскому святому из Аджмира Кваджа Моюддину Чишти. Их репертуар включает также стихи многих других суфийских поэтов, как, например, Хусро и Булеша. Как известно, суфизм принимает реальную действительность только одной всеобщей истины. Но он также принимает правомерность многих разнообразных путей, ведущих к сближению с Богом. Божественная сущность отражается во всем. И когда вы с глубоким искренним чувством любите единого Бога, ваши эмоции становятся возвышенными,
И тогда даже любовь к возлюбленному ближнему как бы не различается от любви Всевышнему Богу. Куча плавной суфийской мысли, образная и эмоционально насыщенная, свободная и без препятствий движется, включая в себя как мечеть, так и различные храмы, от божественной щедрости Аллаха к небесной любви Кришны и Радхи. Через века имя Кришны было обессмертено как небесного любовника. Его любовь к его возлюбленной Радхе символизировал почти совершенный союз между верующим человеком и Богом. Любовь Радхе без расчета, логики или мудрости. Для народов она есть любовь в ее чистейшей форме, потому что она есть любовь наивысшей самоотдачи. Если там присутствуют страдания и экстаз из-за любви, там также есть и то, что после жизни из-за безграничности любви. Также игриво, как и детские шалости Кришны, и красочное, как его жизнь и увлечение, фестиваль Холи. Это красивый индийский фестиваль светов, цветов, которые покрывают и обогащают душу и тело каждого. Цветов, которые переходят все барьеры, связанные с кастой, символом веры и религии. И, конечно, это ласкающие слух голоса лангов, предоставляющее особое значение песням фестиваля Холи. Различия касты и религии также исчезают в свадьбе ланги. Некоторые из обычаев общие для мусульман и индусов. Как везде на свете, женщины находятся в своей тарелке во время свадьбы. Они настаивают на угощении жениха ги или плавленным сливочным маслом. Возможно, для того, чтобы как можно лучше приготовить его к тяжелому испытанию женитьбы. Жених одет подобно раджпутскому принцу, и обряд бракосочетания совершается муллой. Там все изобилие индийской свадьбы с музыкой, танцами и весельем. Времена изменились, и многие из покровителей оставили пустыню для испытания своего счастья в больших городах Раджастана. Пустынная жизнь не так была тяжела, часто даже негостеприимна. И как только хозяева ушли, для многих ланга наступили действительно тяжелые времена. Нек тоже решил посмотреть, что за дюнами его деревни. Thank you.
Это было нелегким решением для него, потому что Нек раньше никогда не выезжал далеко за знакомые окрестности своей деревни. Прошлое было позади, будущее не совсем известно и уверено. Все, что он имел, было отсутствие боязни, надежда и его музыка. Нек, прибыв в Джодхпур, готов был испытать себя на всем, даже на случайной подземной работе. Это действительно было для него временем нелегкого испытания. В течение долгих трудных дней Нек своим непосредственным жизненным опытом воспринял философию жизни факира-бедняка. Трубадур, бродячий музыкант, он жизнерадостно воспринимал и приветствовал каждый новый Божий день, как приключение, и пел: «Я блаженствую и принимаю как подарок каждый день. Быть может, суждено поститься или праздновать этот день». Вначале Джодхпур был для него сбивающим с толку городом. Нек сравнивал контрасты между его узкими улицами и внушительными крепостными валами форта Мехрангар. И куда бы он ни шел, везде облегчал свое сердце пением. Это был тот язык, который достигал и трогал тонкие струны сердец всех тех, кто слушал его. Мало-помалу ланги стали на ноги в Джодхпуре. Они построили дом в одной из колоний в окрестностях города. Жизнь установила свой ритм и необходимый темп снова. Эта музыка была действительно уникальной, хотя она в своих корнях принадлежала к богатой народной традиции, нередко она показывала также чисто классические стили, без какого-либо официального образования и тренировки, но с даром импровизации ланги представляют новый музыкальный жанр. Поэтому ланги принимались хорошо везде и всеми. Они пели в фортах, дворцах и на площадках. Слова песен были не так важны. Важна была их заразительная энергия и жизни. Их наслаждение собственной музыкой – это стало причиной глубокой связи со слушателями. Пятизвездные гостиницы, богатые знатоки музыки, старшие государственные работники и администраторы – все они взяли на заметку лангов. В этом положении Нек знал глубоко внутри себя, что он мог бы выжить и пройти через трудности недавнего прошлого. Он с еще большей уверенностью знал, что это была именно музыка, которая могла бы взять его к собственной судьбе. Слава о них распространялась по всему Раджастану, и медиа полностью освещала их концерты. Нек и его товарищи организовали себя хорошо и приготовились встретить на своих условиях аудиенции в Индии и за границей. И мир приветствовал их с открытыми объятиями. Их музыка не ограничивалась лишь ритмом и мелодией. Она была взывающей и надеждой, и радостью к любви и печати, одним словом, к тем всеобщим,
всем присущим эмоциям, затрагивающим чувствительные струны сердец всех и везде. И вот однажды Нек вернулся в Барнаулу, в свой родной дом. Далеки долгие годы, но как только звуки саранги, кудала и долака смешались с его голосом, показалось, что как будто бы разлуки не было никогда. Деревня пришла приветствовать его, чтобы передать герою привет к человеку, вернувшемуся снова домой. Но Нек не картонный герой. Он несет сейчас груз новой ответственности. Он изучил неоценимую ценность того наследия, что он наследовал сам, того, чего он должен обогатить и передать предстоящему поколению. Нек сегодня довольный человек. Он твердо верит, что ланги будут возвышаться над узкими потребностями жизни для того, чтобы сполна овладеть их законным местом в мире музыки. Он смотрит и видит в лице юного Абдулла блистательное будущее лангов. Badilai, rolare.